Всем привет, добрый день. Рада видеть всех у себя на канале. Я сегодня не попала на встречу, встреча отменилась. И я решила, что я буду сидеть такая красивая, одетая, понимаете, в спортивный костюм. Поход у нас намечался и с друзьями отменился. И я решила, ой, обязательно тебя нужно показать. Я прошу прощения. Это для любимых хейтеров, которые говорят, зачем много собак в кадре. Ну что мне делать, если она стоит и просится? Вот все. Все, вот теперь ей нужно видеть и все порассматривать. Становись сюда. И я думаю, ну поеду, видела там у нас новый магазин для творчества. И мне приспичило кое-что для себя купить. Лакустя, ну вот ты сейчас упадешь. То, что мне было нужно, я не нашла. Я вам покажу, что я хочу потом, что я задумала. Ну, я же, понимаете как, мыслю я креативно. Поэтому я нашла, что себе купить. Там было много, но не... Как сказать, не та тематика, которая мне нужна. Ну вот я купила две вот такие штучечки. И две вот такие штучечки. Не знаю, пригодятся или нет, отдала 110 рублей. Потом походила, и мне стукнуло в голову спросить один инструмент. Не говорю, я не говорю, для чего это, но догадайтесь сами. Я сначала попробую, потом покажу. Если не получится, у меня это видео не выйдет. Я прям сегодня его выставлю, это видео. Видите? Было три набора. Мне начали показывать самый дорогой, а этот висел дальше всех. Этот оказался в три раза дешевле. Но мне бы даже пригодилось всего вот эти, ну максимум 4. А так мне бы пригодилось вот эти 3 для начала. И было бы еще бы веселее, но как есть. Ну и к этому набору, понимаете, я обошла все строительные ларьки и купила себе кусок линолеума за 25 рублей. Так обрадовался молодой человек. Говорит, если надо будет еще приходить, у меня целая коробка. Я говорю, ну как пойдет дело, я еще приду куплю. Все, я все показала, рассказала и покажу, что у меня получится. Думаю, получится, как всегда у меня все получается. Всех целую, обнимаю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всегда будет что-нибудь новенькое. Я рада, что у меня есть последователи на все те уже работы, которые я показываю. Ну, у меня всегда есть что-то еще новенькое, поэтому подписывайтесь на меня и заходите ко мне. У меня всегда весело, у меня всегда интересно, у меня всегда есть что-то новенькое. Люди, что я вам сейчас покажу? В общем, я вам показывала то, что я вчера купила. Покажу еще раз. Я вчера уже не стала по темноте снять. Это я уже все опробовала, вот это. Это опробовала. Но я же что покажу? Посмотрите. Вот я подумала, чем платить за мастер-классы, как это делается. Я нашла видео, не поленилась. Купила инструменты и материал. Что я вам скажу? Китайские инструменты. Это китайские инструменты. Практически, конечно, полный отстой. Из шести вот таких штучек. Ладно, не... А вот она, шестая. Работает только две. Слава богу, те, которые как раз больше всего нужны. Ну, делать мне, конечно, эти все штучки очень понравилось. Почему две птицы? Потому что первую птицу мою у меня уже забирают. Я показала своей приятельнице, которая тоже занимается рукоделием. И она сказала, что ей очень нужна именно вот эта маленькая горбатенькая птичка, что она ее полюбила с первого взгляда. Она тоже занимается рукоделием, поэтому найдет, куда применить. Она говорит, может, потом еще какую-то мне. Но я ей, конечно, подарю. Вот. Ну, и сейчас пойду еще поищу линолеум другой. Я же теперь спец, я теперь знаю, как выбирать, какой линолеум. Но если будет, если нет, значит, буду пробовать на этом. Ну, и посмотрите, как интересно. И, в общем-то, вот такие нарезочки тоже пойдут. Ну, желательно с этой стороны приклеить ручечку. Сейчас пойду еще посмотрю, что мне можно придумать на ручечке. Хотя я видела в интернете в видео, что можно просто пробки из-под бутылок. Но так как я спиртное не пью, придется где-то мне их разыскивать. Домик еще не пробовала на оттиск, но тоже попробую. Что я поняла? Что, ну, мне еще рано, конечно, буковки вырезать. Честно скажу. Прорисовывала кое-где контуры текстильными фломастерами. Ну, а штампики эти смазывала вот такой краской по ткани. Ну, вот все, вот такой у меня, видите, результат.
Я очень довольна. Теперь нужно придумать, куда я все это дену. Это был ситец с пятном, с несколькими пятнами. Ну и, в общем-то, я решила, что я могу его пустить на эксперимент. Всех люблю, целую, обнимаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не пропускайте мои видео. У меня всегда что-то новое и интересное. И это, как всегда, говорит о том, что не обязательно сразу покупать мастер-классы по 1000 рублей и выше, которые не всегда вы заканчиваете. Иногда по разным причинам или преподавателя, или самого ученика мастер-класс не оканчивается. Это очень обидно. Лучше эти денежки потратить на материалы и поискать информацию самому и попробовать. Всем пока!